Открытая студия. Техническое переоснащение, эффективность деятельности Министерства обороны и патриотическое воспитание граждан. Эти и другие темы стали главными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». В открытой студии радио «Комсомольская правда» генерал-майор запаса, советник генерального директора научно-производственного комплекса «Дедал» Вячеслав Безбородов. Он рассказал об основном профиле своего предприятия. Наше предприятие уже более 55 лет занимается тем, что создает системы физической защиты объектов, территорий и акватории. Все, что позволяет обнаружить нарушителя и ему препятствовать, вот это профиль нашего предприятия. В своем интервью Вячеслав Безбородов также рассказал об одном из перспективных направлений научно-производственного комплекса «Дедал». Полтора года назад было принято решение Росатомом об открытии в Дедале направления под названием «Интеллектуализация технических средств охраны». Мы это направление сейчас активно развиваем. Оно касается прежде всего поиска новых технологий. Это технологии, допустим, 3D-моделирование, это геоинформационная система, мониторинг подвижных объектов, это искусственный интеллект и так далее. Вот эти технологии все у нас, мы внедряем в свою продукцию. Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Мероприятие демонстрирует новейшие образцы российской военной продукции. Это как уже стоящая на вооружении техника, так и перспективные разработки. Открытая студия.